ярко светит солнце, потихоньку все тает, стройка наша продолжается здесь. Буквально в двух шагах от нас. Вот такой день сегодня солнечный, яркий. Вот такая рассада у меня уже, посмотрите. Я думаю, пикировать не буду, сразу прям буду высаживать в грунт. Отличная рассада перца. Красный перец. Здесь у меня желтый. Болгарский перчик. Рассада прекрасная. Добрый день, друзья! Добрый день! Кому-то доброе утро, кому-то добрый вечер. Дорогие мои, конечно же, сейчас главный обсуждаемый вопрос всего человечества на Земле, дорогие мои, это вопрос коронавируса. Ну, конечно же, обсуждают в кулуарах, обсуждают на уровне правительства. Этот коронавирус поселился во многих странах. Посмотрите, сколько очагов сейчас новых. Но я хочу сказать, унывать не стоит. Стоит держать себя в руках, ограничить в каких-то поездках, ограничить себя в общении. Есть, слава богу, связь. Телефоны, интернеты. Пожалуйста, звоните, соблюдайтесь. Дни рождения можно провести, конечно, не в ресторане, но можно посидеть дома тихонько, так вот прекрасно вспомнить советские времена, когда мы жили в СССР. В основном всегда все вот такие застолья, какие-то семейные праздники, всегда они отмечались дома с родителями. Всегда за столом сидело 3-4 поколения рода вашего. Правильно? Вспомните, друзья. Сказатель Анжела Перл, я вам уже как-то говорила. Хорошо справились с задачей. Да, если вы отучились, вот Анжела Перл, ее, как говорится, канал, посмотрите, 800 вот с лишним уже тысяч подписчиков. И он будет до 2 июля. Первый заход Сатурна, это вот с 23 марта по 2 июля воздушный знак Водолея, поэтому я предполагаю, вот, что все эти перелеты, полеты вплоть до 2 июля будут ограничены или границы будут закрыты, потому что Сатурн у нас границы символизирует. Кстати, про коронавирус, ну, потому что мне сотни вопросов задают. Быстро ли это будет? Любые вирусы начинаются по медленным планетам. Нептун у нас символизирует вирус. Но запустили этот вирус вот эти медленные планеты Сатурн и Плутон. Потому что Плутон у нас символизирует государство и экономику. И как в общем-то, не то, что это не странно, это было ожидаемо, все астрологи знали, что 20-й год – кризисный год, да? Не зря у нас 6 затмений в 20-м году, в этом году, а это всегда показатель того, что это кризисный год. Запустил этот кризис. Поэтому, так как это все по медленным планетам у нас, Сатурн – медленная планета, у Сатурна цикл 29 лет, 29,5, Плутон – медленная планета, у него цикл больше 200 лет, ему нужно, чтобы обойти гороскоп. Все, что начинается по медленным планетам, медленно проходит. Или долго, скажем так, долго длится и медленно проходит. Поэтому я думаю, что до конца этого года все это будет, этот вирус у нас будет еще до конца этого года. В конце года, в декабре, Сатурн соединится с Юпитером. Это я немножечко уже отступление на этот коронавирус, потому что уже очень много писем. И там начнется новый порядок. Сатурн с Юпитером закладывают новый порядок. Поэтому уже следующий год у нас будет намного легче, чем этот, чем 20-й. А 20-й год, я думаю, что может быть даже еще следующая волна либо коронавируса, либо
финансового кризиса, но они здесь идут рука об руку, у нас, они идут параллельно, поэтому, к сожалению, это затянется на дольше, чем мы думаем, потому что люди спрашивают, подписчики спрашивают, может быть, это всего месяц, может быть, смогу ли я полететь через 2 недели, смогу ли я полететь через 3 недели. Нет, я не думаю, что это так быстро закончится, но главное не паниковать, жизнь продолжается, и главное быть спокойным внутри себя, потому что мы же творим свою реальность своими мыслями. Если вы спокойны и уверены внутри себя, что вы не заболеете, что все произойдет так, как вам нужно, что все сложится так, как вам нужно, что финансово вы преодолеете какие-то преграды, тогда все это будет намного легче для вас, если вы будете нервничать, паниковать и стрессировать. И поэтому помните об этом, помните каждый день, просто даже вставайте, каждое утро вставайте с этой мыслью, что у вас в жизни будет все так, как надо, так, как должно быть. Может быть, план изменится, может быть, это будет не ваш план, а план Вселенной, но, возможно, он лучше, чем ваш. Главное, вот паника, именно и меняет процессы, и запускает вот эти процессы вплоть до экономического, да, до изменения. Ну что, дорогие мои, конечно же, даже вот знаменитый астролог, астрологи все призывают нас к тому, что мы не должны паниковать. Ну, а королевой нашего салата является чечевица, простой, прекрасный бобовый продукт, низкокалорийный, но содержащий много белка, что нам тоже очень важно. Ну, а для нашего салата, друзья, конечно же, понадобится чечевица, 1 грудка, перец, желтый, красный, любой, будем взять по половиночке, свежий огурчик, немного черри, укропчик, луковица, растительное масло, 3-4 ложки, можно взять майонез, сметану, йогурт, но это на ваше усмотрение, я делаю для своих родных, это с растительным маслом и специи, любые ваши специи, которые вы больше предпочитаете, друзья. Отвариваем грудку, чечевицу. В чечевице, друзья, большое количество микроэлементов. Кальций, калий, железо, фосфор, магний, а также омега-жирные кислоты, омега-3 и 6. Прекрасно, это царица бобовых. Она влияет на наш иммунитет. Посмотрите, прекрасно. Вот 30 минут я ее отварила. Стакан чечевицы, 3 стакана воды, то есть 1 к 3, друзья. И прекрасно содержит чечевица большое количество белка, что нам необходимо, конечно. И этот белок прекрасно усваивается организмом. Я хочу сказать, друзья, что чечевица очень полезна людям, страдающим сахарным диабетом. Очень. Она ускоряет метаболизм, восстанавливает клетки печени, избавляет от запоров, выводит из организма всевозможные токсические вещества. Наши овощи уже. Красный перец желтый, укропчик, лучок, помидор черри, огурчик. И сейчас порежем, порезала курочку, готовую чечевицу. Высыпаем в салатик, выкладываем курочку, грудку, перчик красный, огурчик, лучок нарезанный, конечно же, зелень и помидоры черри. Помидоры у меня небольшие, поэтому я их кладу в наш салат целыми. Если помидоры крупные, режем на 4. Высыпаем наши специи и соль. Выливаем растительное масло. Может кто-то майонез, может, пожалуйста. И размешиваем наш салатик. Замечательный, вкусный,
ароматный. Вот такой замечательный салатик с чечевицей. У нас конечно, получился такой друзья. Салат, мы можем приготовить просто с овощами, без куриной грудки, друзья. Чечевица, овощи, растительное масло. Ну, смотрите на свое усмотрение.